prepare myself for a war. And I don't know what I'm doing this for, trying to let it all go. How can I when you still don't know? Всем привет! Сегодня я продолжу проходить эту игру. Сегодня днем уже была одна попыточка. И снова ругаются все в чат. Снова фильмы. Нет, это не фильмы. Я уже так думаю. Точнее, я думаю лучше подстраиваться. То, что перед началом стрима я буду включать ролик. Чтобы мне было попыточка. Но я продолжу играть. То есть я не буду начинать с самого начала. Я просто возьму в этого момента, докуда я дошел, то есть час геймплея, могу рассказать вкратце, в принципе, рассказать, что к чему, с чего все началось. Но я все-таки, наверное, так и сделаю. Игра начинается с того, то, что мы идем со своими родителями в картинную галерею, где происходит очень много необычного. Пропадают люди, включается свет. Мы попадаем в какой-то неизведанный ранее мир, населенными монстрами, девушками, которые из картин торчат, можно так сказать. И знаете, хоть она и сделана на RPG Maker, она достаточно меня сегодня сильно испугала в одном моменте. У меня все на стриме, все экраны повылетали. Но я думаю, затягивать не буду. Я уже нашел Гарри. И мы на том моменте, после того, как мы убежали из комнаты, где была картина с нашими родителями, происходит все действие в мире Гуартены. То есть вот его картины. Можем почитать то, что это молочная мозаика и прочее. Так, сохраняться нам уже не надо. Мимолетные мысли лунной ночью. Так, здесь у нас зеркало. В этот раз зеркали только мы. Статуя не дает пройти. Спасибо большое, помог. Открыла замок. Это просто чтобы нам сократить путь. Какая-то панель. Проги фильтры нет. Если есть какие-то предложения, можешь скинуть в комментариях под стримом. Я их с удовольствием прочитаю. Опа. Закрыли. Выход закрыт. Красная кнопка. Нет. Ой-ой-ой. Не то сделал. И они говорят, что ложный предмет чувства дарит ему душу. Звук нормальный, а просто микрофон хороший. Спасибо тебе большое.
Надо кнопку какую-то выбрать. И какая из них синяя кнопка? Дайте пройти. О, господи. Оставили мне всего лишь 2 лепесточка. Беда. Не сохранюсь. И ничего про выход я не узнал. Печально. И дверь закрыта. Странно то, что больше-то ничего в этой локации нету. Тут все закрыто. И что делать? Я не помню. Я давно в нее играл. В зеркале тоже у нас. Там. Здесь ничего особенного, здесь мы проснулись после кошмара, после которого было жутковато. Вот подсказочка. На стене что-то написано. Как называлась большая картина на полу на выставке Гуартены? Это та картина, в которую мы вошли, чтобы попасть в этот мир. Та картина, которая нас призвала. Сколько я помню, это была бездна. Самое интересное то, что это название нужно было самому вспомнить. То есть я вот сейчас подумал, на некоторых слов не знает. И все равно заперто. А, открыли. Так, и здесь у нас разрез. Все погасло. Конечно, я тут. Помоги, нет, стой. Не надо. Прячься или что там? Жутковато. Ясно. Русский квест. Я не помню, что там Денрус проходил. Стой. Предупреждают. Так, всем посетителям нашей галереи установлены датчики дыма. Запрещается использование спичек, зажигалок и прочих пожароопасных предметов. Во всяких случаях нарушения техники безопасности, впрочем, сообщить. Ну, в зеркале также. Ничего, следы. Появились следы кровавые. Еще и дверь. Будем заходить. Еще один персонаж. Это уже интересней. Нормальное знакомство. Что я вам рассказывал, то что мы были сначала в галерее, и потом каким-то чудным образом попали вот в это самое
место. Музыка красивая. Мэри ее зовут. Будем знать. Теперь у нас три персонажа. Сила ссоры. Игру делал один человек. Довольно-таки знаменитый в кругах разработчиков на движке RPG Maker. И здесь нам напоминают то, что Розочка — это наше все. Со звуком все нормально? Нет. Звук из микрофона то может быть идет и хороший. Даже теперь. Цветы ревности. Ну, остается только сюда. Не совсем приятное место. Барьет. Гарри бесит кролики. Давай приласкаем. Прыгнул зайчик. Фиолетовый ключик. И что-то из картины растет. Ну что, нам остается только помочь Гарику. Если я быстро листаю диалоги, вы говорите, потому что я успеваю читать, а успеваете ли вы уловить весь смысл? Здесь, я так понимаю. А, нет, нашли. Так, что у нас там? Так, нет. В инвентарь ничего не добавилось. Свет погас. Дорога назад закрыта. Теперь остается только бежать подальше.
Ой-ой-ой. И люди ходят. Краска, видать, разлилась. Клоун. Ой-ой-ой. Надписью. Я хочу, чтобы ты повеселилась, Ип. Пойдем в веселый мир без взрослых. Мы будем вместе. Ты, я и наши друзья. Чуть не особо мне этого хочется. Так. Дают поиграть за Гарри. Будем пытаться выбираться в одиночестве. Твою. Там же кролики были. Чуть на кроликов не смахивают. Подвинуть вроде как ничего нельзя. Так. А что тут делать? Непонятно. Все-таки что-то нужно сделать в этой комнате. Но что? Все-таки можно было подвинуть их. На атмосферу давит, когда нет музыки. И вот какие-то чудища тут. Были кролики, стали какие-то... Никто, не знаю кто. Нет выхода, нет логики. Все, иду срочно постить ВКонтакт. Так, ага. Понятно. Нам нужно вторую. Да, правильно. Тем временем нас смотрит 8 человек. Спасибо, то, что вы меня смотрите. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить последующие прохождения. Буду только рад, если вы будете нас смотреть. Да, смешно. Я уже увидел то, что надо было скинуть. Твою! Что это? Открылась дверь. Извиняюсь, отвлекают. Неприятная кукла. Привет, Гарри, мне одиноко, возьми меня с собой. Да разбежался. Ты... Почему ты со мной не раз... Шутник. Да... Почему ты меня не замечаешь? Ты меня ненавидишь? Я тебя больше боюсь. Поиграй со мной, я знаю много веселых игр. Еще
Еще у меня много друзей, я с ним познакомлю. Жуть. Останься здесь навеки. Кто-то не хочет нас выпускать. Возможно, я сделал маленькую глупость. Потому что нам... нужно будет кое-что сделать. Ладно, давайте я вас спрошу, дорогие зрители. А хотите вы хорошую концовку или хотите... будь что будет? Потому что я хочу лично хорошую. И, возможно, мое необдуманное действие на это очень сильно повлияет. Угу. Хорошую. Ну, давайте будем проходить тогда на хорошую. Так, ну, проделаем те же самые по быстрому действию. Да. Жаль то, что не сохранился заранее. Выдержит. Пошли. Вообще у меня тут недавно... между делом пока бегаю. Появилась идея застримить Петьку. То, как вообще к ней относится. Ладно, читать я уже не буду. Достаточно веселая была в свое время. Да даже сейчас она еще актуальна, я думаю. Просто отодвинули. Возьми меня. От этого было больно. Закрыто. Жонглёр. Спокойствие. Так, здесь комната с газом. Я здесь вижу зонтик. Пока, думаю, не стоит туда идти. Так. Собери 7 шариков цвета, окрасившись. Комната явит мост. И интересно мне их искать. Глубины. Мистическая ночь. Первый шарик, скорее всего, будет у жонглера. В каком году я был рожден? Да мне бы знать. Ну-ка. Может, за ИП. Мы сможем найти этот ответ. Тоже длинный коридорчик. Я здесь думаю, этот выбор ни на что у нас особо не повлияет. Просто нас, так можно сказать, допрашивают. С кем мы уйдем? Чтобы не обидеть.
И был намек, то, что смогут выбраться только двое. Вот именно эта комната, получается, окрасится во все цвета после того, как мы найдем все 7 шариков. Будем искать. Для начала мне надо найти. Упоминание о жонглёре. Это было, я так понимаю, написано о нас. Так, нужно же. Жонглёр. 6, 2, 2, 3. Можно переходить за другого играбельного персонажа. Раз шарик. Желтый лежал просто так. Я всегда буду с тобой. Жуткая какая-то кукла. Теперь она тут. Что ты делаешь? Тоже хочу поиграть. Честно, я не помню, что тут делать уже. Я в нее играл, наверное, года полтора-два назад. Я в одной комнате тупил, наверное, минут 5. Не помню, что делать. Так что... Можно считать то, что мое второе прохождение спустя некоторое длительное время. Тут газ. А, еще одну комнату не смотрели. Дома без зонта. Ясный ключ. Вот, наконец-таки у нас есть ключик. Эвсейвит, привет. То так я тебя не поприветствовал. Можешь идти регистрировать Steam. Если ты хочешь все-таки получить эту игру. Так, ну господи, куда этот ключ использовать тогда? А, скважина была тут. Какую? Хочешь узнать какую? Я думаю, ты играл в такую серию игр, как... Кто хочет... Ой, не... Точнее, как достать соседа. Две игры. Безвозмездно подарю. Что я открыл? А, удочка появилась. Рыбак.
еще и дернуло. Потом поиграешь. Цветок, кстати, растет. Оп, дверь открылась. Я надеюсь, моего зевания не слышно. Шарик выпал. Тем временем смотрит 14 человек. Большое спасибо, люди. Зрители, поклонники, то, что меня смотрите, не забывайте писать в нашем уютном чатике, где уже своя секта, по-моему, собралась. Книги не выдаем. Смешно. Так, осталось еще три шарика. Теплый ламповый чатик. Ну тогда ладно. Так. Я так понимаю, надо дойти все-таки до крючка, который с правой стороны. Воды в вазе нет. Так, дайте-ка я сохранюсь. Все-таки смог забрать этот чертов зонтик. Будь настоящим пекарем, подпишись на... Так. Вообще, я хотел устроить конкурс, но, видишь ли, моя целевая аудитория настолько маленькая, то, что мне даже разыгрывать-то, в принципе, не с кем. Можем повесить сюда зонтик. Лалина группы ВКонтакте, ну... У меня такое чувство, что это фейк, да? Если я ошибаюсь... Нет, смотри-ка, прайм-таймом это... Ну, блин... Ладно, так и быть, я подпишусь. Адольф, привет, если смотришь. Ладно. Никто меня не смотрит, особенно Адольф. Надо было вообще по возможности записаться в Prime. Но Адольф сказал, говнокамеру не надо. Заплатили за рекламу на канале. Да какой там? Нет, конечно. Ладно, давай, не будем томить, будем вешать зонтик. Ой, такой противный звук. Картину утащила. Что? Ради Адольфа готов. О, зонтик дали. Адвокат. F-сейвит будешь нашим адвокатом? Да, сюда даем зонтик.
Дождик. Начался наконец-таки в этой комнате дождик. СК-2ТВ своя специфика. Жуть, осталось 2 лепесточка. Так, и что мы тут сделали? Вроде ни черта не изменилось. А, там где была Ипс Мэри, был газ в комнате. Не спустимся мы стремлением. Может быть, что возможно в одной из комнат, где были книжки. Да, дать это тут. Есть шарик розовый. Собрание работ Гуартены. Давайте Раде, дух змеи. Что-то ничего интересного. То же самое выбрал. Лучше взять адвокатом какого-нибудь неадеквата, который не знает законов. Опа, Мэри. Последняя работа. Мастер Гуартены. Слишком знакомое имя. Хотя девочка получилась очень живой. Гуартена ее не срисовывал. То есть эта девочка на самом деле не живое существо, а... призрак, что ли, как это назвать? Знакомая девочка. Вот это поворот. Ухо-ухо начало дергаться. Видать. Ой-ой-ой. Что-то там было, сверху какие-то буковки. Ну-ка. О, встала, не идет. Охо-хо-ха-ха. Все хорошо, все в порядке, Мэри, я ха-ха-ха, хо-хо-хо. Прям как Дед Мороз. Тут она побежала. С ума сошла, видать. Довели бедную девочку. Ладно. Пусть она со своими. Вернулась. Теперь ты будешь вместе со мной бегать. Я нашла кое-что интересное, это будет мое сокровище. Да ладно. Так, здесь мы забрали один из шариков. Пошли. Тем временем еще 2 шарика откуда-то надо взять. Здесь заперто. Ну и что ты там нашел? Жухло мелкое.
поржала и убежала. Да у нас выхода особо-то и нет, больше шариков-то нигде нет. Последний шарик, ну что-то их тут так много. Началось. Опять все закрыто, и опять придется что-то искать. Ты чё? Их тут... Спам. Ведь еще прайму написать нельзя. В личку-то. Какой плохой. Напишем так. Надеюсь, вы не против. Секундочку. Так, я увидел то, что влез в браузер. Ладно, будем продолжать. Блин, давай. Нашел. Господи, напряжено. Точнее, напряженно. Извиняюсь за мой русский. Жутко, хватит с меня этой комнаты. Так, ну здесь нас ничего больше не ждет. Что тут думать, идти не идти? Ну, конечно, идти. Надеюсь. Да, девочка совсем сошла с ума. Ключик, иллюзия. Это еще на самом деле не самая наркомания, то, что нас ждет. Так, Мэри, куда-то делась. Мэри, ты где? Убежала. Так, лестница. Какая-то страшная музыка. Вы посмотрите на эту... На это лицо ее. А, Супермен пришел. Вообще... Давайте я все-таки дождусь этой сцены, потом расскажу один момент. Музыка в Алисе лучше, ну. Не забывай, эту игру делал вообще один человек, а Алису делала целая компания. Притом игра довольно-таки новая. В 2012 году она появилась на просторах интернета.
версия 1.06 вышла где-то порядка 2-3 месяцев назад. Вот он ей рассказал, а теперь... Так, нет. Та комната, в которой надо было найти в какой-то плюшевый, я не знаю, зайчик, это не зайчик. По нынешним меркам там вроде зайчик был. Если не найти ключ, и тот монстр до конца вылезет, то Гарри сходит с ума и забывает напрочь про... То, что Мэри у нас нарисованное существо. Так, вот сюда. Можно сохраниться. Я уж думаю, через минут 40 пройдем эту игру. Еще жалуются. Наркомания. Как-то все резко преобразилось. Альбом? В смысле альбом? Не знаю, проверять как-то не очень-то хочется. Так, это, видать, мы в альбоме для рисования Мэри. Что тут делать? Так, тут бабочки. Тоже все заперто. На розовом здании есть инструкции. С игрушками. Теперь нужно их искать. Ну, черт возьми, тут все заперто. Куда идти-то? Так, тут еще было здание. Это жуткая атмосфера. Ну все, это не смешно, куда идти? Да, классно ее окунул. Открылось. Напасть. Но такой вот я нелогичный.
Надо было потрогать мне воду. Она, походу, теперь нас будет преследовать. Я надеюсь, недолго. Да, она будет нас преследовать. Так, ну ведро, ведро по-любому нужно для воды. Для чего-то еще может быть ведро нужно. Да, наполнить ведро. И где-то был завязший тюльпанчик. Вот он. Да. Ключ от галереи. Вот так, мы тут были. Это есть галерея? Да. Так, Гарри и... Ящик Пандоры, какая-то хрень. Как-то меня вот это вот название... немножко пугает, и нет желания вообще открывать этот ящик. Одна из головоломок. Зеркальце. Теперь тут рожа торчит из окна. Мы уже были. Думаю, самое время. Да, я знаю, что такое ящик Пандоры. Я не просто так, наверное, в школе просидел 11 лет. Да и в университете уже 2. Символ в виде сердца. Так, зеркало, солнце. Ну так, чтобы игру продолжить, что такое нелогично-то. Угол падения равен углу отражения. Физика 8 класс или 7. Вот она, головоломочка. Возьму листочек, потому что здесь придется очень много запоминать. Для этого я не буду особо париться. Возьму эту вот ручку и буду записывать, где находится сердце и прочее. Но сердце, я так понял, мы уже нашли. Оно было на двери. То есть это будет вот это у нас. Так. Всего там было 5. Так, надо посмотреть, что именно искать надо. Сердце, глаз — это дверь, луна, солнце, звезда, спираль, какие-то часы или яблоко, и что это? Что-то непонятное. Ритуальный круг. Так, солнце тут. Бабочка. Так, глаз на средний. То есть глаз будет тут. Жуть. Здесь ромбик.
стоит все-таки пройти. Это получается ромбик нижний. Да, это были, скорее всего, яблоки. Что это подвешено? Яблоки были тут. Кто-то меня хочет грохнуть. Так, иди на этот дом. Так, сердце. Так, внизу, внизу что-то тоже должно быть. Так, здесь ромбик. Да, тут еще и подумать надо. А, видать, пусть вода-то была или что, я понять не могу. Меня точно хочет кто-то убить. Ладно. Попробую все-таки. Да твою. Так. Первое у нас было сердце. Сердце было сверху. Второй был глаз. Это были бабочки. Луна. Так. А, где вода была, да. Потом. Четвертый у нас. Да. Пять. Так, потом было тут. Что там было следующее? Так, вот это. И. Что там последнее? Вот это. Ключик. Все. Нашли мы пластиковый ключ. Ну все. Можно расслабиться чуть-чуть. Что-то там какая-то настораживающая музыка, дай-ка я. Делаю это. Дать ящик с игрушками. Дорогие зрители, извиняюсь, конечно, за трехсекундную паузу. Уж очень-очень нужно налить себе водички. Уж очень пересыхает горло. Думаю, не будете скучать одну-то минутку. Вернулся. Можем продолжать проходить эту игру. Мы это ящик и коробка с игрушками. Это про то, что нам говорилось на здании. Как-то не очень я желаю туда смотреть. Дали в глаз.
Ой, смешно. Насколько я понял, нас просто кинули в этот ящик. Потеряла розу. Так. Потеряла розу. Значит, надо ее быстренько найти. Где же роза? Так, это она? Да, я нашел. Один лепесток. Элсейвит, можешь писать это ГГ. Все. Гарри лежит. Головой, говорит, ударился. Прайм тайм, хватит спамить. Надо забанить прайм тайм. Ладно. Не будем отвлекаться. Так, тут где-то должен быть еще ключ. И выйти нам не дают. Где же этот чертов ключ? Ключик-то где? Нашел розовый ключ. Ну, в таком месте вот вы разглядели бы. Это мне как-то тоже не особо-то ей нравится. Ой-ой-ой-ой. Изи. Изи пизи, скоя изи. И здесь я сделаю то, что, наверное, игроки не с первого раза могут заметить. Их можно сжечь. Мы просто их сжигаем. Я надеюсь, то, что у нас будет та концовочка, которую я хочу. Или будет очень хороший, или будет просто 50 на 50. Кто-то бежит. Мэри. Кто там? Это, видать, ее комната. Да, я угадал, это ее комната. И шагу дальше. Твою. Так, разорвать, жечь, сжигаем. Концовки я расскажу в конце.
Да. Теперь момент истины. Да, сгорела она, конечно, будь здоров. Вот, не получилось опять хорошей концовки. Чтобы получить самую хорошую концовку, надо было, чтобы Иб дала свой носовой платок, который у нас есть в вещах. Но она этого не сделала. Я скажу, на что это повлияет. Здесь есть дневник. Я люблю, когда приходят ко мне гости, но я хочу уйти отсюда и жить снаружи. Похоже, чтобы сделать это, мне нужно занять чье-то место. Поэтому она и говорила то, что уйти смогут только двое. Когда-нибудь кто-нибудь придет. Когда же кто-нибудь придет? Да, это был дневник. И похоже, все манекены, всякие эти игрушки. Возможно, рисовала она сама. Как завести друзей, книжка была. Куча золы. Не человеком она была, оказывается. Я здесь сохранюсь, чтобы показать. Возможно, одну из концовок. Получится. Если будет выбор. Знакомый коридор. Вернулись обратно в галерею. При повторном прохождении этой игры, вот в этом месте будет новая локация. Появилось это только с новым обновлением 1.05. Здесь ничего особенного. Крови снова не будет. Здесь... Вот теперь она знает эти все слова. Интересно все. Да. Выучила все слова. Пала задницу. Выучил язык. Я так понимаю, нам обратно надо картинки. Большой, точнее, картине, с которой все и началось. Тишина полнейшая. И диван, который мы видели. Картина. Кстати, дальше что? Ясно, ничего. Мир, когда зайдешь туда, пути назад не будет. Все то, что ты сделала здесь, пропадет. На что ты решишься? Намек на то, что когда она попадет в тот мир, она все забудет. Рамка пропала. Одна из концовок. Нет, откуда-то тут появилась наша мать.
давайте я предоставлю вам право выбора. Для этой концовки пойдем ли мы с Гарри или останемся с матерью. Напишите в чате, что именно, какую концовочку. Вторую я все равно покажу, так что не беспокойтесь. С мамой? Давай пойдем с мамой. Концовка «Вечное одиночество». А знаешь, почему я в сейве «Вечное одиночество»? Потому что матери на самом деле в этой галерее уже не было. Точнее, в потусторонней. Мэри умерла. Пойдем. Хорошую концовку выбирать. В плане не было. Ну, в плане того, то, что, так скажем, фальшивая мать, в общем, была. Она исчезла. Если ты заметил, экран резко начал пшикать, мерцать. И матери не стало, просто и пошла. Все. Пролистаем все диалоги. Тем временем нас смотрит 15 человек. Большое спасибо, то, что вы нас смотрите. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующие стримы и в последующем розыгрыше. Хочу очень сильно разыграть уже одну игру. Что-то как-то народ не идет. В принципе, тот же самый диалог. Буду просто пролистывать его. И идем в реальный мир. Вернулись? Не помню, чем занималась. Вернулись люди. Первый раз заметил то, что на самом деле, видать, картины в галерее-то и не было. Да. Промежуточного этапа, видать, не было. Стоит Гарри. Печально. Концовка «Провалы в памяти». Это хорошая концовка, но недостаточно хороша, чтобы получить финальные титры. И чтобы получить финальные титры, в смысле со всеми картинками и концовками. А, то, что продолжение игры. Ладно, сейчас пропустим.
Дай же мне выйти из этой игры. Сделаем попроще. Сделаем вот так. Не буду с вами так общаться. Вообще есть еще очень хорошая концовка, где, когда мы сжигаем картину Мэри, Ип дает платок Гарри для того, чтобы обмотать свою рану, что он порезался. И в тот момент, когда мы уже в реальном мире находим этого же самого Гарри, он начинает говорить тот же самый диалог, то, что его что-то печалит, что-то тревожит. И он находит платок. Платок в кармане своего рваного плаща и вспоминает все то, что было. Тем самым мы получаем самую хорошую концовку в этой игре. Также есть концовочки за Мэри. Притом эту концовку можем получить на середине игры, где была комната, где надо было найти ключи. Какой-то монстр из картины вылазил, когда мы играли за Гарри. И там даже есть две концовки, я так скажу. Одна из них, когда Гарри сходит с ума, если не находит ключ, да, Гарри сходит с ума. И Ип есть выбор, остаться с Гарри или пойти с Мэри. В случае, если она остается с Гарри, Мэри на нее обижается и выходит из своей тюрьмы в одиночку, попадает в реальный мир. Но на самом деле там не совсем и все реально. И она просто-напросто начинает исчезать. Весь мир во мрак. Другая концовочка, где Мэри может остаться, если Ип останется с Гарри. Жизнь, боль, да. И это, наверное, самая ужасная концовка из всех, потому что Гарри и Ип превратились уже в скелетов. Они уже умерли и сидят. И Мэри веселится, то, что у нее есть якобы настоящие друзья, которые уже давно с кукушкой съехали и погибли. Также есть концовочки, где Гарри остается в новом нарисованном мире. Они остались бы, в смысле нов. Что я твой вопрос не очень-то понял. Есть, кстати, концовка, где Ип, но в нарисованном мире они остались. Да, они в нарисованном мире навсегда остаются. Да, они остались там. То есть, на самом деле, их в реальном мире просто нет. Они вот переместились. И одна из, не сказал бы то, что позитивных концовок, где Ип и Мэри вместе возвращаются в реальный мир. И, как ни странно, оказывается то, что Мэри ее становится сестрой. Но Ип этого, к сожалению, не помнит. Вот такие-то были концовки. Показывать их всех, конечно, времени надо будет очень много. Они жили бы вечно. Нет, я тебе вот и говорю то, что они погибли даже в нарисованном мире. То есть они сидели в той комнате и просто два скелета. Ну, ты меня теперь понял. Потому что не все так сказочно в этом мире оказалось. Я думаю, сегодня можно заканчивать на этом прохождение этой игры. Не забывайте ставить
плюсик в рейтинг над плеером, подписываться. Фактически регулярно у нас стримы. Даже бывает по два раза в день. Бывает просто по вечерам. Также мы еще не прошли Dead Space 3 в кооперативе. Скорее всего, уже его в будущем будем проходить. И у меня на очереди будет 3 Diablo. Посмотрим, сколько она изменилась со времен второй части. Потому что вторую часть я люблю, любить и буду вечно ее. Ну все, на этом я с вами прощаюсь. Смотрим короткий ролик по данной игре. И на этом будем прощаться. Как же Hitman? Hitman будет, скорее всего, в последующем. И то еще не факт. Если буду и проходить, то буду проходить Hitman Absolution только. Может быть, еще задену контракты. Посмотрел очень много прохождений таких игр. И вот, думаю, стоит ли проходить то, что уже кто-то там прошел. Но Absolution, в принципе, я не против его пройти. Ну все, на этом я заканчиваю. Все, всем большое спасибо, то, что смотрели. Всем до свидания. Всем спокойных снов. Сладких, точнее, снов. Все, всем пока. Prepare myself for a war. And I don't know what I'm doing this fall. Trying to let it all go. How can I when you stay?